Всем привет! Продолжаем гулять по миру, по различным городам. Нашел у себя такое видео, я его точно не размещал. Это видео из города Друскиникая, парк деревянных скульптур. Информации очень мало, но вот то, что я смог найти. Озеро Друсконис можно удобно обойти по кольцевой дорожке. На противоположном от городского музея берегу вы заметите 5 деревянных скульптур. В 2008 году их вырезали известные народные мастера Друскиникайского края во время традиционного пленэра резьбы по дереву. Все скульптуры объединяют легенды о Друсконисе. Это остров любви Гентаутас Акстинас, Сказитель Антанас Часнулис, Друсконис Витаутас Добрукас и Источник Таурас Часнулявичус. Книга братья Романа и Зигмана Романаускасов. Ну вот, я прошу прощения, если я неправильно произношу эти фамилии. Перед созданием скульптур самый здоровый и крупный дуб был разыгран и достался Часнулису, а братья Романаускасы поделили один дуб, который был распилен наполовину. Говорят, что незаконченную скульптуру Друсконис хотели приобрести польские туристы, а для ее создания был использован 150-летний дуб. Скульптура на берегу даже самых серьезных людей возвращает в детские сказки и пробуждает воображение. Старожилы рассказывают, что Друсконисом был жившим на месте озера Друскин Ионас, у которого были две дочери, похожие друг на друга. Не способный их различить, молодой человек из чужой страны влюбился в обеих красавиц. Увы, отец разгневался, так как чужестранец больше склонялся к младшей и запретил влюбленным встречаться. Оставленная девушка утонула в лодке острова любви, рассказав перед этим о своем несчастье встречному пастушку. Знатоки утверждают, что место, где находится озеро Друсконис, особенное, там сильно воздействие биоэнергетических полей, ну хотя бы на тех, кто в них верит. Вот такая история, вот такое видео о парке деревянных скульптур, который находится на озере Друсконис. Это в районе города Друскиникая, Литва. Пока-пока, до свидания.